О, Андрей! О! Ты где хоть еще опаздываешь? Кто, я? Не, вовремя приехал. Я никогда не опаздываю. Да шучу я, просто привычка наезжать. Алло, Милет? Зови эту терпилу. Андрей пришел, ага. Давай, давай. А зачем видео вам? Да там возле УВД машину сожгли сегодня. Хотим посмотреть по камере, кто это сделал. Ё-моё. Это что такое? Я Андрей, ты чем тут занимаешься, а? Порно снимаешь, что ли? Кто-то специально уничтожил харды и видео. Теперь все понятно, это 100% поджог. Да ты чё? Ты ещё и размышлять умеешь, да? Слушай, что делать, как быть, а? Как быть? Все? Нет видео. Так, я не понял, что здесь происходит, да? Шеф, тут сегодня возле УВД машину сожгли. Мы хотели по камере посмотреть, кто это сделал. Ну, видите, кто-то нас, кажется, опередил. А у кого были доступ в эту комнату? Ну, у меня ключи есть, и у Муры должны быть запасные ключи. Завязывай, ты че, у меня никогда не было ключей. Понятно. Так, сможем это все видео восстановить, а? Да, можно. В смысле, можно? Ты же сказал, что все харды уничтожены. Ну да, уничтожены, но видео можно восстановить, но время нужно будет. Но можно не только восстановить видео, и можно посмотреть того, кто уничтожил все харды. Чего? Как ты это узнаешь, ё-моё? Ну, камера-то есть. Так, понятно. Восстановишь весь видео и ко мне, понял? Есть. Восстановишь видео и к нему, понял? Өмір осылай болды ғой, қорадан кіре берем, кіре берем, бір қорада шықпайдың болдың ғой, әзізіне келе берет проблемалар, келе береді ғой. Чё ты говоришь? Да так, қорадан қораға неге кіре берем, қорада шықпайдың болдың ғой, говорю. Проблема, проблема, өмір осылай. Значит так, пока я восстановил видео, на наружных камерах. Позже остальные восстановлю. Вот. Так, что тут у нас? Так. Вот моя машина. Я приехал, поговорил с вашим сотрудником и ушел. Ты что, больной что ли? Кто? Это я сделал? А кто сделал? Ты тупой что ли? Я это случайно задел Миру. Ладно, ладно. Ничего страшного. Сейчас я копию принесу. Не надо приносить. Зачем копия? Не надо смотреть. Это я сделал. Я поджег его машину. Я бросил сигарету туда и поджег его машину. Я так и знал, что это ты. Потому что кроме тебя там никого не было. Ты в тюрьме сгниешь. Еще и машину мне восстановишь, урод. Так, Медед, в камеру его. Шеф. Я сказал, в камеру его. Он мне надоел уже. Thank you.